11. Насколько у нас усиливается испытание, настолько умножается у нас и утешение. И тем более отрадные надежды имеем мы на будущее. Теперь же у нас все несется по течению, и мы плывем при попутном ветре. Кто видел? Кто слышал? Подводные камни и утесы, разражаются вихри и бури, безумная ночь, глубокий мрак, крутизны и скалы. И мы, плывя через такое море, находимся ничуть не в худшем положении, чем качающиеся в гавани. Итак, соображая это, моя боголюбезнейшая госпожа, будь выше этих смятений и бурь, и удостой известить меня о твоем здоровье. Что касается нас, то мы здоровы и радостны. Тело у нас стало крепче, и мы дышим чистым воздухом, и воины префекта, уезжающие вместе с нами, так прислуживают, что устраняют для нас нужду даже и слугов, исполняя дела слуг. Они приняли на себя эту обязанность из-за любви к нам и всюду охраняют, так как каждый считает себя счастливым ради этого служения. Одно печалит нас – неуверенность, что и сама ты здорова. Извести же нас об этом, чтобы мы вкусили происходящее и отсюда радости, и много возблагодарили господина моего любезнейшего сына нашего Пергамия. Если ты пожелаешь послать нам письмо, то для этого воспользуйся им, так как он искренний друг и весьма нам предан, и очень почитает твою благопристойность и богобоязненность».